Всем привет! У нас плюс 23 солнечно, жарковато, слава богу, опять снова жарковато. Мы с Полькой в Walmart, поэтому идем с кофтами, там не очень жарко. Хочу глянуть ботинки, потому что летнюю одежду уже начали там убирать, начали доставать осень. Хочу посмотреть Поле ботинки, хочу померить ей штанишки, которые такие хлопковые, и хочу посмотреть такое что-то, как на дождь. Такое что-то, трошки теплее штаны. Хочу глянуть себе кроссовки на работу. И тоже какие-то штаны. Потому что у меня есть джинсы, но я хочу что-то такое. Полечка, давай. Что-то такое, как... Какие-то, короче, брюки. Ну, не знаю, брюки, штаны, ну, что-нибудь такое в этом роде. Фух, Полинка сегодня проснулась в 9. Встали мы в 10, еще час валялись. Переделали кучу дел. Поубирали. Постирали. Пожарила я блины, потому что вчера была доставка. И приехало новое молоко. Я там старое. Ну, у меня как бы не полностью пол-литра молока было старого, что я из него только готовила. Нет. У меня еще как бы использовалось новое. Ну, в общем, нажарила блинов, взяла сыр потертый. И хотела вам сказать по поводу доставки. Значит, вчерашняя доставка, я не очень довольна, потому что я заказала этот индюшку, две ноги в упаковке. И вместо того, чтобы это не ложить и убрать эту позицию из моего заказа, они мне поменяли на... Я не знаю, как эта часть называется, она тоже часть ноги, только вот это выше, вот эта такая часть здоровая. Я беру как бы кость, потому что я варю бульон и, ну, как бы вывариваю. А на ноге достаточно мяса, и там нормально кости, он получается такой наваристый. А здесь просто одно мясо, и кости там практически... Ну, короче, здоровый кусок, он получился в два раза дороже, чем ноги. Ну, в общем, как бы, понятное дело, что ничего такого не случилось, но, как бы, обычно у меня не... Ну, не меняют на в два раза большую стоимость продукты. И салфетки. Я заказала влажные салфетки. Упаковку влажных салфеток. В упаковке 3 пачки по 100 штук. И вот такая упаковка стоит $5. Если покупать отдельно одну упаковку, она стоит 2,50. И плюс там бывают акции по 2. Ну, то есть, как бы выгодно. А мне положили одну упаковку 100 штук. Ну, то есть, такое... Я им написала в техподдержку, что там не очень довольна, там есть пункт неправильный, по репозицию привезли, не то, что-то забыли по чеку, ну, в общем, такое. Там как бы это все в одном вопросе, там несколько как бы проблем, а это одна из проблем. В общем, сегодня мне уже вернули эти $5 на счет, честно говоря, непонятно, почему так. Ну, никто меня не спрашивал там, я там заготовила речь, что, допустим, перепутали упаковки. Но мне никто ничего не спрашивал. Поэтому просто мне опять этих $5 вернули на счет. Ладно, окей. Ну, а так, собственно... Фух. Сейчас тетечка еще одна приедет на велосипеде, мы пойдем. И еще момент. Мне привезли йогурт, который я, допустим, использую как сметану, к примеру. Ну, добавляю там в каши, в салаты. Обычный греческий йогурт 2%. Я заказывала 4 баночки по 100 мл. Сегодня 10 августа уже, это вчера привезли 9 августа, до 13 августа. То есть, грубо говоря, 4 дня. Естественно, что если поехала бы я бы там порылась бы подальше, я бы либо не брала такой йогурт, либо бы я взяла другой йогурт, который там по срокам годности, ну или такой как бы, по срокам, чтобы был там еще хотя бы месяц, ну грубо говоря. Ну ладно, я этот йогурт добавлю в большой йогурт, который я брала, и сделаю из него творог, а там... Как-нибудь что-нибудь потом еще в следующий раз закажу другой йогурт. Вот, ну так, в принципе, все хорошо. Привезли бананы, авокадо, воду. Это же йогурт, 2 банки по 750 мл для творога. Из одной банки я уже сделала творог. Вторая стоит, бо у меня не было свободного ковшечка такого прям по 2 упаковки йогурта. Я сделала из одного. Получается такая мисочка, такая как Поля суп есть. Ну такая, она не маленькая. Вот. И шо, и ничего.
Вообще, мы вчера погуляли, мы вчера как-то долго гуляли. Мы вчера, наверное, 9:30 долго, да, тут? Долго мы там лазили. Наверное, в девять только с площадки ушли. И шли ж мы пешком. Собирались на 2 автобуса, но пока там общались, разговаривали, на 2 автобуса опоздали, в итоге шли пешком. Вот, поздравили нашего папу вчера с днем рождения, зажгли ему свечки, покушали тортика. Сегодня мы его доели. Это не потому, что тортика было так много, а потому, что мы разделили его на 2 части, на вчера и на сегодня, поэтому вот. Ну, как бы все наши новости. Сейчас я же говорю, хочу пойти в Walmart. Если бы я знала, что на улице так жарко, может быть, мы бы пошли на какую-нибудь площадку, поиграли бы, побегали. Но все-таки надо идти, потому что у меня уже в понедельник на работу, и как бы особо теперь не полазишь, не поищешь, не посмотришь. Времени не будет. А допустим, еще бросила этот сушку свою. Пусть, конечно, соседи на меня не обижаются, но там оставалось еще полчаса. Я думаю, если еще полчаса посижу, и так уже почти 2 часа. Нужно мы за эти полчаса дойдем до Walmart, а уже там начнем что-то рыться. А так полчаса отсрочки. В общем, она досушится, а мы в Walmart. Ну. Да? Да. Тучка. Тучка. Какая тучка? Облачко? Облачко. Такое небо у нас. Еще вроде как недельки будет лето, а потом такие в сентябре будет осень. Уже осень-осень. Неделька тепла, потом начнет опускаться температура, и уже и день становится короче. Ну, в общем, уже. А потом зима. Фух, мне что-то так попало. Холодная зима, да. В прошлом году нам повезло, она была не очень холодная. В этом, наверное, мне так кажется, нам не повезет, и она будет холодная. Ну. Уже как надо есть. Верить, надо верить, но вера особо не поможет в вопросах зимы. Но да, мы будем верить, что она тепленькая будет. Вот. Я надеюсь, что с прошлого раза там добавили какие-то новые ботинки в Walmart, там еще там одежду какую-то. В общем, пойдем уже посмотрим, что там есть. Я не знаю, померяем, будем брать, не будем, тоже не знаю. Но хочу хотя бы присмотреться, что-то может приглянется нам. Конечно, идеально все брать в конце сезона, а не перед. Но уже как есть. По поводу справки о несудимости, Сережа, до сих пор справки нет. И я не помню, говорила или нет, что с 1 августа там она изменилась. Эта справка вид изменила. И теперь дольше. Ну, так как мы запрос делали до 1 числа, ее до сих пор рассматривают. Я не знаю, у меня же есть предыдущая справка, но, честно, я не помню, когда я ему брала. Ну, в этом году, но в каком месяце, я не помню. Если они ему не сгенерируют справку, то будем использовать то, что есть. Ну, в общем, как-то оно так все волшебно и интересно. В общем, мы пошли в Walmart. Если что-то купим, я вам потом покажу. Увидимся. Ну что, мы справились. Скупились на $121. Я взяла себе черные штаны, обычно такие, как спортивные черные штаны за 17, это Джордж, кофту такую же черную за 20. Полинки взяли ботинки за 25, взяли джинсы Джордж за 14, 6-й размер на 6 лет, но попа там хорошо сидит, а в талии много места, но там есть резинки, длина там нормальная. Взяли Полинке еще одну кофту за 12 Джордж, тоже для 6 лет. У нее черная была 7-8, она такая, у нее великовата. Но я вам скажу так, черная на 7-8 великовата, но она смотрится совершенно не так, как цветные на 7-8. Они вообще выглядят какими-то такими здоровыми, что капец. А что мы еще взяли? Кофта, штаны, джинсы, кофта. А, взяли еще одни джорджевские такие штанишки. Такие как плащевочку там на какую-нибудь такую мокрую погоду. Вот такие еще штанишки взяли. Ну, собственно, все. Это $120. А мне кроссовки взяли, кроссовки 15. Они такие прям как тряпичные, легенькие, такие, знаете, бегать удобно, потому что у меня в принципе кроссовки есть, но они у меня кожаные и они такие плотные. Ну, то есть таких как бы будет жарко, но в босоножках не очень хочется и не очень удобно в босоножках.
целый день быть на ногах. Поэтому, ну и плюс же такса, процент, налог. Поэтому 3:45 идем, пожалуйста. Мы сейчас идем домой, я ставлю кушать, кушаем, идем на площадку, пока тепло. Какая настучка красивая. Да, рыбка моя, побежали. Все, мы побежали, в принципе, я не знаю, покажу или нет, может быть, покажу потом. И штаны, и джинсы, и все, покажу, что мы купили. Ух, тепло, 24 градуса, но на солнышке очень хорошая погода, солнечная, поэтому хорошо. Все поделали, спьявились, как говорила Полина, и сейчас 6:20 пришли на площадку. Я не знаю, у меня такое было четкое ощущение, не знаю почему, вот какое-то четкое ощущение, что сегодня воскресенье, завтра уже надо Полинке в школу, на работу. Не знаю, что мне так придумалось. Греет спинка мне. Прекрасно. Хоть погреюсь. Новостей никаких рассказывать нечего. Слушай, я вам рассказала. Не знаю, как мне теперь. Получу я справку о несудимости. И шо, и ничего. Ехать в миграционный центр я уже не еду. Потому что время... Не знаю, наверное, буду использовать... Что я буду использовать? На что я ее буду использовать? Старую справку. Старого образца справку. Не знаю. Читаю чат по эмиграции. Всякое разное пишут. И как-то так... Непонятно. Непонятно, у кого сколько баллов, то по какой профессии идет. Ребята, руферы, если я не ошибаюсь, у них были низкие баллы, 600 с чем-то, и дядьку отобрали, потому что у него был второй ног, или второй, или третий, я не помню, тир. И он говорит, я знаю, у меня, говорит, на работе сослуживец, у него вообще было 609 баллов, и вот поэтому тиру, вернее, не по тиру, у него был второй или третий тир без английского, и... По ноку они подавались и их отобрали. По ноку отобрали. Очень низкие баллы у нас выше. Но мы все еще ждем. Не знаю. Пока ждем. Чего ждем, непонятно. Куча заявок на рассмотрение. Такая же куча сюда едет подаваться на пиар. Куча уже подалось, каждый день подаются и... Так, во вторник, кстати, будет, хотел сказать, розыгрыш слотов. Будут открывать слоты для паспортов в 4 часа по Виннипегу. Буду пытаться поймать слот. Такое облачко красивое идет. У меня теперь это же больная тема, пиар, работа. Так, тапки я себе купила, штаны я себе купила. Я не знаю, форму, наверное, буду давать. Вот у меня есть там какая-то форма для заполнения, нужно посмотреть. Там что, какая-то информация про униформу, которая одежда. Я не читала, я не знаю, дадут, не дадут, тоже как бы непонятно. Может, вверх дадут, а низ ты сам себе там покупаешь. Ну, кроссовки я купила, штаны купила. Скоро зима. Так что взяла такие штаны. Штаны $17 вообще отличные.
платье красное. Кофта 20. Так что костюм у меня получился за $37. Правда, штаны чуть-чуть великоваты, но XS меньше размера нет. Не знаю. В общем, короче, на сегодня все. Рассказывать больше нечего. Берегите.